Добрый день, мои творческие друзья и гости моего канала. С вами Империя Творчества. У нас неделя простых техник рисования гуашью. На предыдущем уроке мы рисовали дерево, небо, траву. Учились закрашивать простыми техниками рисования. Продолжаем. Такие же уроки у меня был использованный лист формат А4. Разрезала пополам. Буду рисовать сверху. Пробую. Экспериментирую. Понадобится нам для рисования гуашью и акрилом нужны кисти синтетические. Плоская кисточка среднего размера. Тонкие кисточки. Круглым концом. Тонкая кисточка, плоская. Понадобится и кисточка щетина. Гуашевые краски, стакан с водой, палитра, тряпочка для вытирания кисточек. Я беру плоскую кисточку и начинаю закрашивать белой гуашью вот сюда луну. Можете сначала загрунтовать. Дальше я беру желтую краску и по контуру белого начинаю закрашивать желтой краской. Немного смачиваем водой. У меня гуашь новая, жидкая. По контуру начинаем закрашивать красной гуашью. Так, вниз застелю бумагу для удобства. Захожу в желтый цвет. Получается вот такой вот оранжевый. Можно набрать еще белого этой же кисточкой. Не боимся рисовать. Получится у всех чуть по-разному. Смешиваем желтой краской сверх красного, оранжевого проходимся. Дальше мы берем синий. Смешиваем белой гуашью. Получается голубой цвет. Чуть водички. Сначала вот так по контуру. Потом заходим в красный цвет. Все не закрываем. Оставляем красный цвет, не съедаем. Кисточку вымываю, вытираю и чистой кисточкой прохожусь вот так вот по контуру. Делаем плавный переход. Дальше беру голубой цвет, синий, чисто синий цвет. По контуру голубого закрашиваем водички. Сначала вот так вот по контуру. Дальше полусухой кисточку сверху, не нажимая, сильно не нажимая на кисточку, туда-сюда чуть заходим. Выходим, еще раз чуть заходим, вот так. Дальше я беру еще раз синий, немного черного. По контуру, сразу за контур не заходим.
Сначала вот так по контуру закрашиваем. И тут еще синего. Другой. Закрасили. Заходим почти сухой кисточкой. Проходимся по контуру. Мы, наверное, сделаем как бы зимний пейзаж. Можно просто тут закрасить темной краской, нарисовать травки. А мы пока будем рисовать зимний пейзаж. Также берем белую гуашь. Низ закрашиваем белой гуашью. Даже вот такой вот бугорочек сделаем. Полудугой. Краска чуть-чуть смешивается. Это не страшно. Это даже красиво. Так, ближе к нам чуть синего. Подтемняем ближе к нам снег. Еще чуть-чуть тут подтемняем ближе к нам. Плавно поднимаемся. Берем белый цвет. Дальше от нас посветляем белой гуашью. Для зимних рисунков белая гуашь нужна очень много. Она быстро кончается, поэтому можно купить несколько баночек. Сразу несколько баночек. Вот так. Вымываю кисточку. Дальше я беру черную краску. Буду рисовать дерево. Дерево я рисую плоской средней кисточкой тонкой стороной. Беру гуашь. Вот сюда, на палитру. Краска должна быть полужидкой. Водички, чтобы она хорошо скользила и не отрывалась, когда мы рисуем. Так, вот сугроб, снег, вот отсюда, посередине. Начинаем рисовать ствол. Вот эту бумагу можно уже убрать. Вот отсюда, с левой стороны, не посередине, а вот левее. Не сюда и не отсюда, а вот посередине тут. Ствол. Поворачиваем вправо, отрываемся, тонкие веточки делаем, кончиком. Видите, у меня какая краска жидкая. Можно сначала вот широкой стороной. Потом поворачиваемся. Поворачиваем кисточку в левую сторону. Расширяем чуть-чуть. И дальше добавляем веточек. Беру тонкую кисточку. Тонкой кисточкой можно добавить тонкие веточки. Вот тут соединение закругляем. С левой стороны подтемняем, с правой стороны чуть посветляем.
потому что свет падает справа. Нарисуем бликов кое-где. Удобная кисточка. Можно нарисовать любой удобной кисточкой. Рисуем зайчиков, сидящих на горизонте. Вот такой вот овал в виде капельки. Большая капелька. Капелька поменьше. Закрашиваем белый цвет. Это у нас будут зайчики. Можно чуть-чуть зайти сюда, в снег. Они сидят на снегу. Наша работа завершена. Вот такая вот простая, легкая картинка у нас получилась для самых новичков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии для продвижения канала. До новых встреч, друзья!